Долгожданная встреча с Сашей-диджеем, который несколько месяцев лежал в больнице. И вот он появился. Сейчас он расскажет, где и что. Вот, Саша, здороваемся, обнимаемся даже. Сейчас Саша расскажет все. Здрасте, здрасте. Сейчас Саша все расскажет, и мы его послушаем. Да, обязательно. Саша, что с тобой случилось? Это ты 14 января пропал? Я 14 января пропал, когда я был, выходил домой, когда у нас не было света. Я позвонил дедушке, говорю, я иду домой. И тут же посмотрел налево-направо, машин не было. И тут дохожу до середины перекрестка, и сбивает меня Жигуль. Жигуль меня сбивает. Я вылетаю на бордюр. И у меня, я хочу встать, а у меня не получается встать. Но слава богу, спасибо этому водителю, который меня сбил, вызвал скорую и полицию. И скорая меня повезла в четвертую неотложку. Где мне сделали две операции на колено и на тазобедренный сустав. Я полтора месяца пролежал, и только сегодня я стал на ноги. Слава богу, хоть идешь потихоньку, уже идешь, ну, и скоро станешь на ногу. Да, и будем скоро танцевать. Хорошо. В парке Волькова. Всех жду, всех приглашаю. Спасибо. И Сан Саныч тебя тоже. Сан Саныч радуется, и мы все радуемся. Сейчас танец дружбы, радости. Танец возвращения. Да. Ну и слава богу.